Здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем после прошедшего. А даже что это было? Это был квест, по-моему, на президентские выборы. Сейчас у меня вроде бы принеси подай. Так. Да, заказал робокопию, планета Рекс, все дела. Надо заодно посмотреть, есть ли вот двигатель на 800. По-моему, на 800. Я уже запутался. О, есть. А у меня? Блин, а у меня на 800, значит на 900. Ну, на 900 наверняка еще нет. Если всего один на 800, соответственно, на 900 точно нет. Нет. И надо проверить, есть ли у нас... Но дроид пока еще нет. Девятое поколение вооружения пока нет. И, наверное, пока что да. Пока что все. А, ну и вооружение. Нужны мультики. Мульти. О. Нужны мультики полегче. Полегче всего 6 штук, 47-43. Низкая и очень высокая, 47. ЛГ. ЛГ. ЛГ, ЛГ. Блин, у меня все легче. Разве что по такой бластер поменять. Но они такие тяжелые. Ладно, поехали. Поехали по заданию пока что. Пока что, значит, без мультирезонаторов. Хотя уже можно... В принципе, уже можно заниматься... зачисткой. Но никто не нападает, поэтому приходится выполнять миссии. И да, возможно, надо найти себе новое судно, потому что мое 178, это прям овермало. Надо что-нибудь типа 900 уже. 900 в идеале. Так, вейв. Эйв. Надеюсь, эйв. Нет, гайна. Гайна. Гайна у нас предпоследняя. Отлично. С кем воюет, непонятно. Не успел зачекать, чье валяется вооружение. Лазер. Как бы хорошо, но не очень. И все устаревшее уже. Уже очень устаревшее. Ладно, тара-тара-там. Если для меня задание, опять квест. Опять квест. Так, ну ладно. Планета Матрешка в системе Аркабы. 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 А где что есть Аркабы? Тут я вообще в упор не вижу Аркабы. А, вот она. Матрешка. Матрешка это так, человеческая. Берем потруднее, берусь. И. Блин, сейчас не имеет смысла искать себе идеал, но я посмотрю. Так, мне нужны все ячейки. И грузоподъемность не менее 800. Странно. Был уверен, что будет хоть что-нибудь. 700. Так. 1100, броня 4, броня 3, но 3 уже прокачанная. Поэтому вот это, конечно, гораздо лучше. Сектор Перец, система Кастер. Это где находится? А где Перец-то? Хорошо, где Кастер? А вот, вот Кастер. Можно после Аркабы туда слетать, в теории. Ладно, посмотрим. 71 плюс... не знаю. Поехали. Поехали в РКБ, сначала квест выполним. Надеюсь, что он будет не слишком замороченный, не слишком сложный и не займет всю запись. Самый сложный, наверное, я уже прошел. Это был квест внутри, игра в игре. Так, Аммарк. Аммарк. Не, матрешка, туплю. Главное, помню, что проговорил. Еще надо слетать на научку, надо набрать дронов, надо исследовать планеты. Много чего надо делать. Так, что есть, что нет, ничего нет. Здесь все старое. И очень старое. Ну что, выполняем. Так, вы должны помочь сотрудникам Института истории освоения космоса, расположенном на планете Матрешка, сесть в работу. В их научной работе. Окей, поехали. Так, представитель института Пеллинг и темнолицый человек. Чен стоит для вас прямо в космопорт. Я Пеллинг оказался шофером, а чем профессором. По дороге в институт он изложил вам свою версию истории рейнджеров. Рейнджеры появились вовсе не 300 лет назад в связи с войной против Клисан, как утверждают некоторые безграмотные журналисты. Само слово рейнджер встречается еще в мифах древнего Техаса. Книжку? Таску про крутого Уокера? Ретро-фильм смотрели? Ну да, я смотрел. Кстати, да, тоже достаточно ретро уже сейчас. Так, рекомендую. Впрочем, нас больше интересует следующее упоминание о рейнджерах, уже в современном смысле этого слова, относящееся к концу 22 века.
К тому времени человечество освоило 3 системы своего сектора и даже вышло в соседей, но неожиданно подверглось нападению со стороны неких ботов. Мы пока не можем с уверенностью сказать, что это было такое, однако для борьбы с ними и был создан корпус рейнджеров, то есть пилотов космических кораблей, способных действовать как самостоятельные боевые единицы. Следуем. Вы вышли в институт и стали долго петлять по каким-то коридорам по дороге профессора Полоса речь. Для изучения этого периода нами был разработан уникальный прибор, позволяющий переносить в прошлое личность современного гуманоида, как бы временно копировать ее в тело реально существующего человека далекого прошлого. В результате данный гуманоид будет полностью отождествлять себя с этим древним человеком. Более того, он сможет полностью управлять всеми его действиями. К сожалению, здесь же кроется опасность. Если человек из прошлого умрет в процессе управления, то и этот гуманоид тоже погибнет. Прикольно. То есть, короче, они не хотят меня туда отправить. Вы, наверное, уже догадались, зачем мы вас пригласили. Мы хотим временно переместить вашу личность в тело рейнджера человека из 22 века. Ясно, что для такого опасного дела нам нужен профессионал, современный рейнджер. Мы очень рады, что наконец нашли в вашем лице такого профессионала. Вы ведь согласны участвовать? Ну, конечно, он согласен. Я, правда, малок, если мне память не изменяет. Так, отлично. Через полчаса, ваша личность будет загружена в тело рейнджера-новичка по имени Лэнс. Это позволит вам пройти инструктаж в центре рейнджеров и получше узнать про корабли той эпохи. Вам дадут какое-нибудь важное задание. Вы должны его выполнить. Это обязательное условие для получения гонорара. Однако, помимо основной миссии, у вас будет возможность брать побочные задания от правительства планет. За это вам будут начисляться очки рейнджера, поскольку мы заинтересованы в... Блин, неужели все это рейнджеры в рейнджерах? Ну, допустим. 5 кредитов за каждое полученное очко рейнджеров. Немного, конечно, зато вы получите их сразу же, тогда как за основным гонораром 108к. Прикольный гонорар. Вам придется лететь на планету Гайна. Есть ли у вас вопросы? Так, что можете рассказать? Не так уж и много, только то, что указано в анкете. Родился в 2040 году на планете Земля. Родители пилоты Мирового космического агентства занимались транспортными перевозками на Венеру. Погибли в 2155 году. 15 лет, короче, им было. Их корабль был сбит ботами при совершении транзитного рейса через систему Кефрон. В 2161 году, 21 год, Лэнс успешно сдал экзамен на вождение космического корабля и записался в рейнджеры. Собственно, в 2161 мы вас отправляем. Так, еще. Так. Соответственно, на кораблях. Ровным счетом ничего. Вы должны будете сами выяснить. Окей, рейнджеры. Только отрывочные сведения. Они подчинялись центрам рейнджеров, намели достаточно свободы выбора, чтобы воевать с ботами и собирать оставшиеся после них слизь, торговать, пиратствовать. Очень похоже на Клисанов. Вопросов нет, я готов. Так, тогда удачи. Так, ага, Рейнджер Лэнс, отлично вас помню. Это же вы полгода назад выиграли чемпионат по компьютерному пинг-понгу среди курсантов, нет? Значит, это был другой Лэнс. Уж сейчас посмотрим, какую миссию был для Рейнджера Лэнса, распределяющий компьютер. Ага, вот ваше задание. Вы можете получить на научной базе Черпак. Летите прямо до Земли и поверните направо. На базе вы должны обратиться к профессору Макару. Он вам все расскажет. Вы должны объявиться у него в течение месяца. Вот ваши подъемные в 200 кредитов. Надеюсь, вы не посрамите часть нашего центра. Вопросы есть? Так, расскажите мне о рейтинге. Это глобальный список, в котором все рейнджеры сортированы по набранным рейнджерским очкам. Очки можно набирать за выполнение правительственных заданий, а также за освобождение системы или уничтожение пиратов. Кроме того, очки начисляются за сдачу слизи на научные базы. По одному очку за каждый сданный 5-тонный контейнер. Жесть. На данный момент в рейнге рейнджеров вы занимаете 42 место. У вас 0 очков и 0 тонн слизи на личном счету. Окей, в чем заключается моя миссия? Так, ну это на научной базе. Расскажите мне о корабле. Согласно моим данным, у вас корпус дипломата с одним слотом под орудие. Есть возможность установки захвата, генератора защиты и, само собой, радара. Топливный бак и двигатель наглухо вмонтированы в корпус, так что поменять их вы не сможете. Двигатель слабенький, но для перелета внутри нашего сектора вам его хватит с лихвой. Вместимость бака 18 единиц, это вполне достаточно для гиперпрыжка в систему Кефрон и обратно. Да, еще есть отчек для непонятно чего. Предполагалось, что так туда будут монтироваться спецоборудование. Но вроде бы ваш предшественник хранил там свое грязное белье. Так, мой предшественник, бла-бла, или погиб-окей. Об оборудовании расскажите. Признаюсь, оборудование в нашем центре немного устарело. Сейчас можно предложить вам ртутный радар V3. Без радара вы не сможете летать, так как это главный навигационный прибор корабля. Эта версия радара позволяет просчитать внутрисистемный перелет в пределах 3 дней. О чем красноречиво говорит цифра 3 в названии. Кроме того, мы можем предложить вам 5-палый захват, генератор защиты Альфа, промышленный лазер и насадку для него. Подробные характеристики оборудования вы можете узнать в ангаре. Конечно, все это на вашу посудину все равно не влезет, так что вам придется выбирать, что вам ставить себе, а что нет. Хорошо, то есть плохо. Как насчет дроида или каких-нибудь нанитоидов? Чего? А, окей. Короче, дроида и нанитоидов здесь нет. Никогда про такое не слышал. А что надо будет под каким-то наушником? Пусть поразмыслят. А если серьезно, то починить корпус можно для выполнителей базы, а вот оборудование только в центрах рейнджеров и на научных или военных базах. Надеюсь, для вас очевидно, что ремонт можно проводить своевременно, чтобы не застрять в космосе или хуже того погибнуть. Жесть. Жесть. Так, усилитель корпуса 300 единиц. Двигатель тоже на бак 100 тонн и получается 200 свободки. Окей.
О чем должен свидетельствовать на вашем портрете индикатор сравнения? Так, окей. Все. Общие советы. На планетах могут предложить какие-либо задания для выполнения. Если время не поджимает, то берите. Мы только поощряем поддержание высокого мнения о рейнджерском корпусе. Если вы человек честный и желаете им оставаться, то рекомендую вам подальше держаться от планеты Марс. Помните, что если при перелете внутри системы расход топлива весьма незначителен, то при гиперпрыжке он весьма-весьма интенсивен. Заправиться можно на планетах, при желании всегда можно зарядиться от звезды, но это опасно для жизни самого рейнджера. И вопросов нет. Так, посмотрите, что взять-то, да? Пятиполый захват. Штука нужная. Так, ну давайте ртутный радар. Лазер. И установка насадка на лазер. Так, 70 тонн. Генератор защиты пока что не нужен в самом начале. А вот пятипалый захват, наверное, да. И у меня останется пятнашка, да? Ну давайте, захват. Все, закончить комплектацию и взлететь. 0,03 миллиона человек. Прикольно. Это получается 30 тысяч. Так, мне нужно лететь к планете Земля. Содержимое трюма пусто. Корпус 300 из 300. Окей, погнали. Летим к планете Земля. И к научной базе Черпак. 5,5 миллиардов. Ну, блин, давненько это было. Это даже, наверное, не 2300, а 2000 год. 5,5 миллиардов. Потому что сейчас уже, по-моему, 8 миллиардов. Так, ладно, летим к научной базе Черпак. Так, осталось еще несколько часов. Корабль рейнджерской серии. Так, по-моему, здесь судно инвентарное. Вы видели здесь ботов? Не видели? И я не видел. Потому что сегодня я вместо них. Ага. Так, ну давайте атакуем рейнджера. Нанесено повреждение 38, получено 33. Так, атакуем рейнджера. Что у нас получается? 267 из 300. Атакуем рейнджера. Нанесено 39 на 38. Еще раз атакуем. 37 на 34. Сколько у меня? Окей, еще раз атакуем рейнджера. 36 на 35. Ну, у меня как бы вроде бы сильнее, но мне бы защиту. Защиту. У него 200 из 350, а у меня 160 из 300. Так, атаковать. Оу. Согласиться на перемирие. Я на орбите, допустим. Совершить посадку. Активность на радаре проверять не буду, поэтому совершить посадку. Пускай будет к профессору Макару. Так, на этих дисках содержится боевая программа для космических летчиков, ведущих бои с ботами. Назначение военной базы Угорь. Она сейчас находится в системе Бетельгейзе. Необходимо достать эти программы в течение 84 дней. Именно через столько дней военная база отправится освобождать систему соседнего сектора. Так, точка перехода в Кефрон находится недалеко от Марса, до Кефрона 9 парсек, то есть на прыжок вы потратите 9 единиц топлива. Вот на этом диске звездная карта системы Кефрон. До прыжка из Кефрона вам в Бетельгейзе вам понадобится 11 единиц топлива. Тут есть проблема, так как после прыжка у вас останется только единица. Окей, на полуось. Но сейчас Кефрон занят ботами. Так, как же мне решить победу? Я вижу три разных варианта. Во-первых, можно запастись топливом на канистре или найти в самой системе Кефрона. Там после боев с ботами всегда много оборудования в космосе валяется. Во-вторых, вы можете зарядиться от звезды, но это довольно опасно. И в-третьих, вы можете попросить совета опытных рейнджеров. Угу. Андрей Васильевич, замечательно. Так, наверняка в баре при космопорте на Марсе. Ага, мне туда советовали не садиться вообще-то, если я правильно помню. Так, пойдем в торговый центр. Ничего нет, в ангар. Восстановить. Починить оборудование. Окей. Офигеть, вот это да. Это дорого. Так, проверить активность. Не трогать дипломата. Так, летим, получается, к планете Земля. Потом летим к планете Марс. Расстрелять и стреляют. Окей. 15 тонн. Отлично. Поднимаем. Продолжить полет. Лететь в точке гиперперехода. Ничего не предпринимать далее. Совершить гиперпрыжок. Далее. Так, проверить активность. И у меня получается еще две системы. И теперь они находятся в этом... На-на-на-на. Посмотреть индикатор топлива. Активность на радаре. Так, смотрим. Ничего интересного. Посмотреть карту.
Так, ТГПС, полуось Вистала, полуось Орлянон, полуось Кефрон, Вистала Орлянон, Вистала ТГПК. Ага, вот мне нужен ТГПБ. То есть мне нужно сначала в Орлянон, точка гиперперехода в систему Бетельгейзе, либо Вистале. А я сейчас нахожусь у точки гиперперехода в Солнце, то есть к полуоси, потом к Вистале, а потом к точке перехода. Окей. Летим к полуоси. Так, проверить активность на радаре. Продолжить. Так, лететь к Вистале. В смысле? Так. Так. Какое-нибудь важное задание. Окей, вы должны его выполнить. Выполнить важное задание. Так, все, и вопросов нет, я готов. Мне нужна, получается, защита и лазер. Насадка не особо нужна. Так, все, вопросов нет, это в ангар. Ставим себе ртутный радар, потому что без него ничего не видно. Защита, лазер. И все, то есть я не смогу ничего поднимать, да? Не, мне нужна этот... Мне нужен пятипалый захват. Угу. Все, заканчиваем комплектацию, взлетаем. Летим к земле. Летим к научной базе. Совершить посадку. Так, к профессорам. Доставить программу в течение 84 дней. Ничего, я найду, как заправиться. Получается, идем в ангар. Оборудование уже все? Уже все ломается, да? Окей, все. Забраться в корабль и взлететь. Лететь к планете Земля. Далее летим к Марсу. Рваться. Так, продолжить бой. Офигеть. Так, я понял, придется им платить, потому что толку от меня им вообще никакого нет. Ладно, теперь хотя бы стало более-менее понятно. Вопросов нет, я готов. Иду в ангар, ставим себе опять же захват, генератор защиты и, наверное, ртутный радар. 30 тонн свободно. Я заканчиваю, у меня оружия нету, не знаю, надо ли. Мне что-то кажется, что не очень-то и надо. Если я буду платить, у меня 200 кредитов. Получается, что садимся на черпак, платим, далее совершаем посадку к профессору Макару, ничего я найду, в ангар, корабль взлететь, к земле. Я оторвался, но у меня получается износ оборудования высокий. Окей, совершим посадку на землю, у меня 81 день, так-то. Ну давайте на землю сядем. Магазин оборудования. Ничего нет. У меня как бы места мало. Так, здание правительства. Слетать на Венеру, провести 100 килограмм венерианских. Окей. Берусь. Далее. В ангар. Забраться и взлететь. Венере, вершить, здание правительства. Конечно, согласен, торговый центр. Угу. Так, в центральную кондитерскую. Ух ты, это же какой-то перец, да? Вредный Джо. Давайте подойдем к Джо. Так, хоть без зеленки. Заявка на изготовление Венера. Сколько рома добавляет в каждый венерианский... Наверное, если вы все готовите по тому же рецепту, то 50 миллилитров. 70 миллилитров. Жесть. В смысле? Да,
Мне, короче, этот... миллилитров. Ну вот как так-то? Ладно, все, взлетаем. Что у меня по заданиям? Письмо Рафаэлю. Так, а где посмотреть свои... Я забыл. Давайте летим к земле, к центру рейнджеров. Ну, давайте начнем маневрировать. Примем на борт. Залететь в ангар. Так, починить корпус или починить оборудование. Но оборудование в любом случае чинить, поэтому зайти к Рафаэлю. Так, 25 очков рейнджера, позвольте вручить 50 кредитов. Вы уже уходили. Так, рейнджер, вы должны доставить лекарства на Венеру и спасти Афанасия. Ну, конечно, конечно, я сделаю это. Так, посмотреть свои достижения. Окей, я все еще торговец. У меня 74 дня на выполнение. Забраться в корабль и взлететь. Так, Земля и Венера, да? Да, Венера. Совершить посадку на Венеру. Так, госпиталь. Ну, неплохо, мне 200 кредитов дали. Супер. Космопорт. Так, теперь здание правительства. Зайду в другой раз. Окей, в ангар. Починить корпус и взлететь. Отлично. Давайте к Марсу, наверное, полетим. К Земле. К Марсу. Точки гиперперехода. Так, прыгаем в Кефрон. Отлично. Так, активность на радаре. Слизь. Можно пособирать. Поднять 5 тонн. Так, лететь к планете Полуось. Угу. Прорываться, посмотреть карту. Допустим, если прорываться к этому, к Орленону, может быть... Почему я не могу к Орленону лететь? Почему только к Вистале? Давайте попробуем прорваться. Окей, все, я на Вистале. Если приземлиться, то там меня могут быть... Угу, там я могу ушататься, да? Но зато ботов не будет. Так, ну давайте этот... Давайте приземлимся, сядем на планету. 3 дня. Давайте подождем, взлетаем. Окей. Так. Карта системы. Мне нужен ТГПБ. ТГПБ. И я сейчас у Вистала. Вистала? Вистала. Еще раз. Вистала. Блин, неужели через Орленон надо лететь? Ну, давайте через Орленон. Так, заправляемся. 11, а должно быть 12, да? Посадка опасна, и вот непонятно, что нужно делать. Давайте сядем, да, окей. Стукнуло скалы, но хотя бы у меня 182. Сидим, ждем 3 дня. Так, все, находитесь на правильном... Активность на радаре. Ничего интересного. Летим к точке перехода системы Бетельгейзе. 11 парсек. Так у меня хватает. Окей. Летим на угорь. Так, вероятность столкновения 99. 10% износ оборудования. Окей. Незначительное повреждение. Наверное, кратковременно включить форсаж. Чпуньк. Окей. Так. Совершить посадку на военную базу Угорь. Садимся. Я привез вам боевые программы. Ну давайте, блин. Не дай бог, сейчас боевые программы нельзя будет сдать ему. Так, ну на. Так, никаких нужно. Знаете, сколько дней осталось до операции? Всего 42. Окей, вы полетите с нами, освобождайте синих. Окей, поехали. Красную или синюю? А, красная или синяя? Я что-то даже не знаю. Если я красную поем, меня, наверное, все-таки убьет. Давайте синяя. Что делать там? А все, что ли?
Все? Это выполнение? Ну окей, ну у меня, блин, слизь, конечно, еще была, которую надо было куда-нибудь скинуть. Ну да бог с ним, задание выполнено. Ну блин, такой себе странный квест. Это примерно как обычно летать по системе, только ни хрена не понятно. Так, что у меня здесь? Патч 0.95 бета. Ага, угу. Блин. Ладно, летим, скинем задание. Это у нас получается где? Гайна в рекце. Гайна в рекце, это эти, да? Желтенькие дали. Рекц. Где-то вот здесь вот рекц. Время упутаю. Время теряю. Вот он. Желтенький, это гальц. Угу. Главное, что нету этих... Чё-то как-то очень мало доминаторов, кстати. Вообще есть какие-нибудь захваты? Ну, в моей половине только вот здесь вот пираты сидят. В Зави. Атлант под атакой. А тут вот, да, есть кто-то. И сверху в царя война идет. Ну, да босс. Пуща идет. Так, что произошло? Ага, в Зави это как раз эти, да? Ра-ра-ра-дам. Так, есть ли для меня задание? Так, нет другого времени, надо освободить мироздание, убить пирата, да? Не хочу никого убивать, я за этот... Я за тот корпуса, в идеале ищем. Все еще два. Еще два. И все еще те же. 722 находится в Касторе. Система, сектор Перец. Поехали в Кастор. На зеленом я еще не летал. Причем вот прям реально как-то так получалось, что я вообще никогда не пользовал пелингские корабли. Это такое осколочное орудие. Не бог с ним. Можно было бы, конечно, подобрать, но скучно, скучно. Так, летим. Летим гальцем. А че я задание... А, ну да, они сказали кого-то убить. Так, мне бы сейчас задание в Кастор. Дайте мне задание в Кастор, пожалуйста. Так, есть ли для меня задание? Нет заданий. Четко, супер сильно молодежно. Ерунда. Все устаревшее. Да что такое все старое-то, блин? У меня вооружение гораздо лучше, чем здесь. Ищем. Все еще так же. Так, летим к родным Малакам. Я что же Малак? Вроде бы я Малак. Я что-то как-то уже забываю, кто я. Да, я Малак. Воитель. Уже не налетчик. И на том спасибо. Полный ремонт. Что-то у меня двигатель сдает. О, полуидеал. Оружейник. 5 столтами. Прикольно. Прикольно, но слабо. Именно слабо по урону. Точнее, по защите. 3 единицы ущерба. При условии, что я сейчас лечу в перец, и там зеленый дает 4 единицы. О, еще один квест. Фарюки. Ценные сорты фарюка. И доставить их нам не позднее. А где это находится? Система Арракис. Арракис. Там. Вот оно, да? Да, давайте посложнее. Я берусь за это задание. 2 квеста за день? Да неужели? 2 квеста за одно видео. Но еще не факт, что я его пройду, конечно же. Опять же, я помню тот квест, который не смог пройти. Это... Ладно, я буду его долго вспоминать. Потому что я его потом в симуляторе квестов наигрывал. Очень долго. Так, кунай же? По-моему, кунай. Угу. Жух, так, здесь что есть? Ничего нет. А тут что есть? Ну, блин, есть осколочный, есть пьезотронный этот, но он не нужен. Протопузырчатый, это прикольно, но лишь бы он был бы поменьше. Фуфло. И это бромированный корпус дипломата. Зато без захвата. Так-то почти идеал. Феникс Крю. Но без захвата. Вот почему он без захвата? Захват нужен. Так, ладно. Все, погнали. А, ну да, по классике. Корпус за найти? Нету. А еще хотел найти этот топливный бак весом не более 20. Есть такие? Офигеть. Емкость 35. Прикольно. Мне интересно, как это? Ну, понятно, что, допустим, здесь надо смотреть вес, чтобы был не более 30. И тоже протопузырчатый. И вот емкость 40 уже более-менее. Если его еще
проработать, ну, в смысле прокачать. Ох ты ж, есть какой эндокластерный. Эндокластерный РКБ в центре рейнджеров Ястреб. Туда надо лететь. Я скинул? Да, это сразу же после квеста. Так, агенты на-на-на, контрабанда фарюков. Кто такие фарюки? Так, вы взяли аэротакси до гостиницы и в короткой насыщательной беседе с таксистом выяснили, что вся экономика планеты держится на экспорте фарюков, а фермы, где они выращиваются, сохраняются не хуже любого секретного объекта. Впрочем, эти фермы были засекречены. По номеру вам передали кейс, в котором оказалась у них ферма удостоверение Государственной службы контроля. Почему этот форум шел едва уловимый неприятный запашок? Но вы не придали этому значения, но походу предыдущий ее закончился. В полагавшейся записке говорилось, что ровно через 2 часа на территории фирмы 1 вас будет ждать агент планеты Айкнур Уйкнурбат. Наскоро перекусив, вы переоделись и, прихватив удостоверение пропуск, направились в ферме 1. На пропускном пункте охрана долго изучала ваши документы, проверяла пропуск всевозможными способами, просвечивая, просверливая и откусывая. Вас проверили металлодетекторами и даже обнюхали. Похоже, именно результатом них не удовлетворил охранников, и вас пропустили. Об этом вы пожалели, едва прошли за ворота. Запах стоял такой, что выражение «плохой запах», да что там понятие. Да что там, понятие «смердит» было просто комплиментом для этой вони. Теперь вы поняли, почему ароматизирующие баллончики висели на шеях охранников. Короче, фарики еще и воняют. Я понял. Так, на основном месте вас ожидался шнобель, бла-бла, противогаз. Так, химическая атака? Да нет, так пахнут созревающие фарики. Ближе к делу, в этом чемодане 6 образцов фариков. Но нам необходимо вынести их с территории фермы. Сегодня дежурит моя группа, и мы должны вывести на свалку строительный мусор. К сожалению, у нас всего 3 пропуска и 3 тачки. Проблема в том, что на проходной установлен нюхач, аппарат, определяющий наличие запаха фарюков. Обнюхай тачку, и все. Его не обманешь, а территория фермы открыта силовым полем, которое пропускает только внутрь. Хотя мы заметили, что если вонь составляет 80 единиц, то прибор барахлит и ничего не показывает. Вонь — это величина относительной неароматности. Так что нечего поясничать. А вот с ароматизаторами поработать вам придется, потому что воняют эти 6 плодов хоть и сильно, но по-разному. Так, ну давайте, несколько вопросов. Как вы собираетесь протащить? Это я понял, как им пользоваться? Так, мне удалось разбить немного тройного одеколона, самый ценимый рабочими ароматизатор, и ванилина фу. Эти вещества используются для уменьшения или усиления запаха фарюков. Если точнее, то тройной одеколон, если его взболтает, снижает вонь в 2 раза, а если не взболтывает, снижает на 25%. Ванилин же позволяет увеличить вонь ровно на 10%. Для изменения достаточно одного флакона вещества, но я смог добыть слишком мало ароматизатора, чтобы мы могли экспериментировать, так что ошибиться нельзя. Так, все, давайте начнем. Итак, у нас есть только 3 одноразовых пропуска. И не забывайте измерять прибором вонь от загруженной тачки, чтобы было ровно 80 единиц. Если прибор что-нибудь унюхает, всем нам крышка. Будем до конца жизни из фариков косточки выковыривать. Я первым повезу тачку через проходную, так что если понадобится, то смогу перебросить вам фарюки назад через забор. Только свистните. Вы также можете воспользоваться моим ноутбуком для расчетов. Так. Шесть фариков. Окей, я понял. Поехали. Далее. Тройной одеколон, если сботать, уменьшает вонь на 50%. И просто уменьшает вонь на 25%. Окей. Ванилин фу увеличивает вонь на 10%. Так, большой вонь 80. Он в кейсе. Окей, его можно вести одного. Но если его распополамить... Увеличивает вонь на 10%. Угу, я понял. Ну как понятно, почти понятно. Получается, чтобы этот, то надо, чтобы было 72, что ли? А тут получится ли хоть раз 72? Так, 32 плюс 20 плюс 16. 32 плюс 32, это получается 64. Тачки 3. Величина в тачке 0. Полосатый, мохнатый, 32, 32, 32. Окей, посмотрим еще раз. 16 плюс 19. Так, большого, допустим, мы перевезем сразу. Если мы перевезем сразу. Потом он один.
Соответственно, остальных надо перевести вместе. И вонь должна быть 80. Как я правильно понял. Так, воспользуемся. Окей. Изменение плюс 10, 8. Ага. Все, увидел. Если взять... +32 +10 +8. Так, если положить желтоглазку и ботинкообразный, и потом взболтанным тройным его полить, получается будет 18. Добавим 32. Если положить большого, желтоглазку и парюка, взболтанным полить, получается окей, и добавить любого мохнатого. Так что ли получается? Окей, с этого и начнем. Так, большой, желтоглазкий, ботинкообразный. +8 Большой. Два этих, полосатый, мохнатый и ботинкообразный. Окей, кладем. Так, большой. Полосатый. Мохнатый. Ботинкообразный. Взболтать и вылить. А, вон оно чё. Окей. Убираем всех. Так, сейчас 80. То есть, если мы отправляем его через проходную, дальше. Угу. У нас остается 29, 20 и 80. 29, 20 и 80. Теперь смотрим по ноутбуку. У нас остается... Синий налип, желтоглазка. У меня есть ванилин, да? То есть, если я ванилином покрою синий налип и желтоглазку, получится... ...54. А надо, чтобы было... Так, если 29 плюс 22, мне надо, чтобы было 19, да? Не вариант. Если я 32 и 20, то получится 52. Надо, чтобы осталось, добавилось еще 28. Тоже не вариант. Угу. Четыре, 26 надо, чтобы осталось. Так, если сократить наоборот. В чем? У меня еще все, да, есть? У меня еще есть тройной одеколон, один флакон и ванилин. Окей, если я его сокращу наоборот, то получается 14. Плюс 20, например, это 34. Или плюс 22, это... 36. Или если 10. Здесь мы делаем 10. Да, вот. Нет, не получится. Надо, чтобы было два флакона тройного одеколона. Это не вариант. Это не вариант. Это не вариант. Так, а если тут 10 плюс 18... Это если мы ботинка просим, да? 10 плюс 18 это 28. Плюс синий налив 32 это... Да, мне нужен 20 какой-нибудь. 32 плюс 18. Ванилин-то у меня 3 аж. Это получается... 50. Остается 30. Нет, 30 мне не на чем перевозить.
Так, 22 плюс 18. Желтоглазки ботинкообразный. И минус 50% на этого, да? На большого фурюка. 22 плюс 18. Ну, блин, это тупо. Вторую тачку попробую сейчас загрузить, потому что я другого варианта вообще не вижу. А третьей тачке придется думать. То есть взять желтоглазку и ботинкообразные плюс 10%, плюс большой фарюк минус 50%. Но мне надо, чтобы мне закинули обратно ботинок. Так, попросить обратно перекинуть ботинкообразного. Потом поливаем тройной одеколон на большого. Ванилином фу на ботинок. И ванилином фу на 22, на желтоглазку. И ванилином фу на желтоглазку. Теперь кладем большой ботинок и желтоглазку. Так, все, отправляем дюбелем. Дальше. У меня остался один. Большой ван 40. У меня в кейсе остался только синий налив. У него 32. И вот прям фу, да? Так, у него 29 плюс 18. Это получается 47. И нам не хватает 33. Блин, бред. 33. 33 ничего не дает. Двадцать девять плюс 22 это 51. И остается 29 же. 29 плюс 22 51, и остается 29, и 29 мне тоже ни с чего не получить. 29 плюс 40 это получается 69, и остается 11. Вот, блин, если бы у меня была бы был бы не ванилин фу, а был бы этот одеколон, я бы сейчас сделал бы через желтоглазку все, но у меня ванилин фу. Так, 32, допустим, 32 плюс 18. 30 не работает. 32 плюс 22. И это 54. 54? Да, 54. 26 не работает. 32 плюс 32. 64. Тоже не работает. 29 плюс 35. Это у нас 60. Тоже 64, что ли? Да как так-то? 29 плюс 44 это 29 плюс 44 это грусть, я загнал себя в тупик. Так, 29 плюс 44 это получается 64 до 73 надо 7. Да, я загнался в тупик, у меня нету вариантов. Даже если я попрошу 24. Да, у меня, блин, он нечетный. То есть мне из него надо сделать как-то четный и что-то в него добавить. То есть 32. Если я 22 добавляю, то это 54, надо 16. У меня вот ботинкообразный стал 18 после того, как я на него подействовал. Так, ладно. Давайте еще раз. Угу. Идем, давайте начнем. Далее. Так, один тройной, три ванилина. А, ну то есть как бы это все окей. Угу. Угу. Мне кажется, что какой-то из них надо сделать так, чтобы он стал... Ну, во-первых, синий налив надо по-любому... На синий налив. Так, смотрим теперь. 32, 32, 32. 32 до 32, это у нас 64. 64, да, ботинкообразный, окей.
Получается, что вот так вот, да? 32 плюс 32 это 16. Берем полосатый, мохнатый, ботинкообразный. Еще раз. Полосатый. Расположить. Мохнатый. Чтоб тебя. Где-то есть. Вот. Полосатый. Мохнатый. Ботинкообразный. Отправляем. Все, они снаружи. Теперь у меня есть ванилин фу и тройной одеколон. Дальше смотрим. Ванилин фу и тройной одеколон. Желтоглазка в кейсе. Ну все, я прошел. Серьезно, что ли? У меня в кейсе синий налив. Я прошу мохнатого мне перекинуть обратно. Так. Мохнатый. Ванилином фу. Мохнатый и синий налив. Мохнатый и синий налив. Получается 70. И желтоглазку я поливаю этим... Теперь кладем мохнатый синий налив и желтоглазку. Отправляем дальше. И кладем большого и отправляем. Все, дело сделано. Вот как-то изи. Правда, всего с третьего раза, но что-то как-то прям совсем изи. Почему с первого раза до меня это не дошло, черт его знает. Ладно, летим. Укунай в Аракис. Арахис. Где Арахис? А я уже здесь. А кто постановщик задачи? Альдиба. Погнали. Так, у меня здесь эндокластерный. Окей, Варкаба. Надо долететь, потому что слишком он крутой. Липалюи? Липауи? Нет, Айкнурбат. Айкнурбат. Нет, не оно. Красное, что ли? Реально. Это малки такие задания ставят. Вот, 91 тысяча зато. Зато. И шокер еще дали. 5300. Отлично. Так. Посылку в Сафрону. Да, давайте я беру за это задание. Я хочу слететь сначала в Аркаба. В Аркаба? Аркаба. Где Аркаба? Аркаба где-то поблизости был. Вот сюда. Потом никуда. Задание в Фрону. Ага, в обратную сторону как раз. Полетели. Корпус идеальный я не смотрел, потому что ну его пока что нафиг. У меня 578 вполне хватает, да еще и скорость 900. Прям отлично. Отлично. Полагаю, что если я возьму большую массу, то у меня просто кончится скорость. Так, потом Сафрона, сколько у меня там? 70 дней, да? Должен успеть за 35к. Нет, третье место занимаю. Прикольно, прикольно. Так, можно взять еще с собой грузиков определенных. Так, мне нужен вот этот эндокластерный топливный бак. Офигеть, 28 весит. Что за? Так, мультик за 134. Супер. Фло-фло-фло. Ух ты ж. Я даже не знаю, какой из них лучше. Вот это получше. Гироскопический топливный бак. Давно ли у нас открылся вот этот уже гироскопический? По-моему, декластерный был топовым. Я тогда гироскопический возьму. Я не знаю, чем он хуже, но походу он лучше. Так, это продать. Все. 746 скорость чуть увеличилась. Топливо чуть-чуть увеличилось. Посылка с ловушкой, я понял. Так, это надо взять все, наверное, все, что по дешевке. Нет, это не надо. Да, это тоже не надо. Так. Захват на 63 единицы это мало, всего остального мало. Ну вот сканер. Нет, фуфло. Тра-та-там. Неуязвимый корпус. Прикольный, кстати, генератор пули аж плюс 9 единиц. Охренеть. Ладно. Так, сначала надо поискать еще себе идеал. Идеал. Все еще. Перца. Гагицин. На гагицине продается. Можно, конечно, летать. Но сейчас сначала надо летать в Сафрону. Через. Научка. Да, через научку. Заодно и бак там качнуть. Ну и починить оборудование, потому что все-таки оно работает изо всех сил.
А, кстати, зонда надо взять. Точно. Ух ты ж. Ух ты ж. Прям что-то как-то аж с тремя плюсами. Еще дешевле, чем я купил. Так, ладно, смотрим. Захват. А что я сюда прилетел? А, улучшить. А, починить. Во сколько? Мысли. Если не понимаю. Так, все, у меня полностью ачивка вылезла. У меня полностью прокачанное вооружение. 74. Неплохо. 68. 67. 74. Это прям огонь, короче. Так, и бак 72 единиц. Ну, я далеко смогу улететь, в случае чего. В случае чего. Ладно, поехали дальше. Мне надо в Сафрону. Ну, кстати, да, в 45 я теперь прыгаю. Неужели у меня прошлый баг был меньше, чем 45? Что-то как-то прям резко увеличился размер. Я не смог сейчас починить оборудование. Не понимаю. Так, Юнасис. Да, Юнасис. Это очень странно. Тут тоже, кстати, научка есть. Так, мне нужна медицина. Медицина мне нужна. О, еще один квест. Так, 1200 рок-н-роллеров. Это местные деньги, которые вы получите в отеле. Так, Бета Ионис. А где находится Фелгест? Фелгест. Фелгест. Где Фелгест? 52. И, кстати, там есть этот... Не, ну потруднее. Я берусь за это задание. Сколько получается? 18 сентября. Да, успею. Я берусь за это задание. Отлично. Это новый квест. Так, наркоту сдать не получится, но получится сдать... Какой себе, конечно, прибыль. 5 кредитов. С собой заберу. Так, так. Так, военка. Центр рейнджеров. Мне медицина нужна. Прям изо всех сил. А тут все, кроме главной медицины, есть в этом Фелгесте. Ну ладно, пофиг. В РКБ. РКБ где? РКБ. Центр рейнджеров. Что там я брал? А, ну это я уже взял. Блин. А кораблик где был? В Альфарде, да? Нет, не в Альфарде. В Мегризе. Не помню, где был корабль. В Гагецине, точно. Если я сюда улечу, то я точно не долечу до Фелгеста. Ладно, окей, опять рискуем. Поехали по прямой. По максимально прямой. Рукой 7 дней. Куда-то я долечу. Долечу ли я обратно? Вот в чем вопрос. Гипержидкостный топливный бак. Интересно вообще, кто их сейчас еще роняет? На медицину сначала тогда. В смысле? Что это произошло? Меня откуда? От кого? Как будто... Так, стимуляторы. Галитр времени. Отлично. Наверное, надо брать, потому что этот... Потому что больше ничего не получится. Абсолютно статус, конечно же, интересный. Но это сроки. Сроки мне не интересны. Стимулятор левитации, окей. Значит, галлистр времени исключительно. Да что такое? Все круче. Ну, вот это можно продать. Его деньги. Так, 262, а я купил за 274. Давайте еще возьмем. И медикаменты все возьму. И технику тоже возьму под ноль. Так. Неплохо. Ушастик. Кстати, вот хотел ушастик. Можно взять, конечно, был бы идеал ушастик. Есть еще идеал? Все. Кончились. Долетался. Дела закончились.
На-на-на-на-на. Бета-Ионис. Бета-Ионис это человеки. А вот что будет на Бета-Ионис в этом квесте? Ну, сначала торговля, 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 торговля. Так, окей. Бизнес. Бизнес попер. Ну, так на себе нам попер тоже, окей. Роскошь. Ну, как бы да, 50 кредитов с одного. Ну, неплохо, неплохо. Так, купить что-нибудь. Файзер фул. Захват фул. Ну, почти. Ну, типа. Прикольный ракетомет. Так, ладно. Закрываемся. И... да. Этот квиз будет в следующем видео. На сегодня все. Всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.